Лариса Николаевна, отец Алексей, мы просим остаться вас на сцене. Жизнь в семье – это не только любовь, но и полное взаимопонимание и взаимопомощь. В этот день хочется поздравить пару, которые идут рука об руку, в горе и радости, в болезни и здравии уже 55 лет. Речь идет о семье Рыжовых. Приглашаем на сцену Тамару Владимировну и Дмитрия Михайловича. Семья Рыжовых, Тамара Владимировна и Дмитрий Михайлович познакомились в далеком 1965 году, когда поступали в Рязанский медицинский институт. На последнем курсе поженились, вместе получили распределение на срочную службу в армии на 2 года. С сентября 1971 года и по 2020 год вместе работали в Коломенской ЦРБ. Тамара Владимировна – врач-педиатр, а Дмитрий Михайлович – врач-терапевт. Любовь, верность, трудолюбие и забота друг о друге – это основа брака супругов Рыжовых. Главным достоянием в жизни супруги Рыжовы считают своих детей, внуков и правнуков. Они – родители 2 прекрасных детей – сына Михаила и дочери Ларисы, которые подарили им, в свою очередь, 11 внуков и 7 правнуков. Все члены семьи Рыжовых очень дружные. Родители поддерживают детей, дети поддерживают родителей. В семье принято делиться успехами, совместно преодолевать трудности, праздновать дни рождения и праздники. Своим примером они еще раз доказали, что любовь и семья – это неразделимые понятия и самые главные ценности в человеческой жизни. В этом году семья Рыжовых отпраздновала 55-летний юбилей совместной семейной жизни. С поздравительным адресом к вам обращается заместитель главы администрации городского округа Коломна Лариса Николаевна Лунькова. Благодарственное письмо главы городского округа Коломна вручается семье Рыжовых Дмитрию Михайловичу и Тамаре Владимировне за развитие и сохранение традиционных семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни общества и в связи с 55-летием со дня бракосочетания.